Тимчасово Росія почала сипатися, армія ворога несе втрати. Та хто прорвав кордон, про це та не тільки говоримо сьогодні з паном Романом Світаном. Пане Романе, я вас радий вітати. Вечір добрий, бажаю здоров'я. Перед тим, як ми почнемо нашу з вами розмову, ми тут традиційно звертаємося до нашої з вами аудиторії та просимо прямо зараз поставити цьому відео лайк. Наперед, якщо не сподобається, в кінці забирайте, напишіть прямо зараз коментар. Ваше місто, звідки ви нас дивитесь, ми все бачимо, все читаємо, бачиться і пан Роман Світан. Також знаємо, що на минулому стрімі вас було дуже багато, були різні міста, різні країни, ми все теж читаємо. Теж бачимо, також протягом цього стріму можете писати коментарі, питання пану Роману Світану, ми їх теж можемо поставити в цьому ефірі. Це дуже важливо, тому що так ті меседжі, які ми зараз будемо обговорювати, їх почують якомога більше людей. Пане Романе, розпочинаємо з сьогоднішніх подій, які відбуваються на Росії, в Курській області. Зараз багато шириться інформація, також багато шириться відео, нібито втрат росіян. Говорять навіть про амбіції, про безпосередні втрати серед авіації. Втім, тут підтвердження інформації поки не маємо, спостерігаємо. Також російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про те, що прорив кордону з Росією, танки Збройних сил України просунулися до Кириловки та Гончарівки на Курщині. От на цю хвилину, що ми вже можемо сказати? Як, на вашу думку, можуть розгортатися події найближчими годинами та днями? Ну, это направление, одно из таких опасных для нас было. В районе Суджи россияне собирали несколько тысяч российских террористов. Такая же самая группировка они пытались собрать, как и в районе Харькова. То есть они собрали больше десятка тысяч и двинулись в сторону Харькова, дошли до Люпцова, до Волчанска. Нам пришлось реагировать, скупировали эту ситуацию, и сейчас там ведутся бои. Та же самая картина должна была разворачиваться в сторону Сум, со стороны Суджи. Скорее всего, российские войска, которые были дислоцированы в районе Суджи, начали разворачиваться в боевые порядки, наша разведка это срисовала, и был выполнен так называемый превентивный удар, скорее всего, с помощью дальних средств поражения по Суджи. Ну, естественно, с выходом разведгрупп уровня рот, может быть, до батальона, не более того, для того, чтобы создать определенное давление. Это такая превентивная атака с точки зрения выполнения задач. Ну и, естественно, попытка оттянуть часть резерва российских войск восточного направления. То есть для нас очень важно расширить фронт, расширить до уровня до 1,5-2 тысяч километров. То есть начиная от Кинбургской косы и заканчивая чуть ли не Климовой и Клинцами, это уже Брянская область под Беларусь. То есть это оптимальный вариант. Для нас просто не хватает сил, средств, потому вот те проблемные участки, которые могут быть для нас опасными, мы пытаемся сейчас нанести некоторые предупредительные удары, развернуть лучше, на лучших позициях оборону. Дело в том, что оборонительные рубежи, они прокладываются не вдоль линии границы, а вдоль определенных складок местности. В основном по высотам, либо на определенных берегах рек. Здесь все зависит от тактической обстановки. Поэтому, я думаю, было принято решение занять более лучшие позиции для обороны. Пока, по крайней мере, на данный момент. А как дальше будут развиваться события, будет зависеть от противника. То есть, если россияне перебросят достаточно большое количество сил, средств в сторону Суджи, а это значит, они снимут их с других участков фронта, что, в принципе, для нас тоже решение вопросов. То есть это одна из основных задач. Поэтому россияне сейчас поставлены в выбор из худшего, из очень плохого и плохого. Поэтому пусть выбирают, неважно. Дальше посмотрим на их действия и будем принимать решения. Если будет переброшено достаточное количество войск российским генштабом, снятых с Восточного фронта, то значит остановится где-то линия соприкосновения в районе той границы, той нитки, где она сейчас на данный момент находится. Если это будет недостаточная переброска войск, будем давить до тех пор, пока не выдавим из россиян принятие решения об уменьшении уже их давления на Восточном фронте. То есть это такая военная уловка, хитрость, как угодно ее можно называть, но она уже применяется в течение нескольких тысяч лет, и потому
россияне на нее попались. Это надо было делать раньше, просто у нас было недостаточное количество сил и средств для выполнения этой задачи. Сейчас мы их нашли. От якраз на цю хвилину є офіційна інформація від Центру протидії дезінформації, від очільника його Коваленка. Він запевнив, що Росія не контролює кордон нині. Як треба сприймати таку інформацію? Чи дійсно росіяни не контролюють кордон? І що це означає на практиці? Росіяни теж підтверджують деякі моменти, зв'язані з границею. І от саме цікаве, до сих пор у нас чомусь вже на 11-й год війни, з 14-го года, у нас до сих пор є границя. Не лінія бойового соприкосновення, не лінія фронту, а до сих пор є границя. З однієї сторони пограничники стоять, з іншої сторони пограничники. Собак тільки не вистачає, мухтарів якихось і пограничника з біноклем, який друг другу в окуляры смотрят. Ну, то есть, какая граница? У нас должна быть линия фронта. Все тысячи километров границы российской должно быть линии фронта, еще раз говорю, в течение 10, уже 11 год. Разворачивание ее дело времени, насколько я это понимаю, потому что не может быть среди воюющих двух стран где-то еще линия границы как таковая. Потому даже вот здесь в заявлении ЦПДшника нашего, но тоже по поводу границы. Какая граница? Линия боевого соприкосновения это должна быть. Но я думаю, этот вопрос будет поправлен. На фоні сьогоднішніх новин з'являється заява від заступника командира бригади Азов Мальфара на позовний. Він запевнив, що наступні тижні точно змінять світ. На вашу думку, про що каже військовий? Тут більше про війну Росії проти України чи більш глобальне щось? Но если у него позывной «Мальфар», так значит, у него есть определенные задатки видения вперед, и можно ему довериться в этом смысле, иначе бы у него не было этого позывного. Поэтому, ну, это уже, конечно, в качестве шутки. А реально, действительно, все будет зависеть от того, как россияне отреагируют на некоторые наши действия. То есть как они будут реагировать. Это все будет от них зависеть. Если сейчас какое-то решение примут, то, которое нам выгодно, естественно, мы отыграем свою партию. Если она будет для нас невыгодна, придется менять, но тем не менее все равно давление однозначно будет. Раз мы начали расширять фронт, значит, это для чего-то делается. Если, как это говорится, если на небе звезды зажигаются, значит, это кому-то надо, это как минимум. Потому не будем, так сказать, предвосхищать события, я думаю, ближе к 24 августа, к дню нашей независимости, мы еще будем проговаривать о многих таких положительных моментах для Украины. Пане Романе, поясніть, будь ласка, чому Мінсмерті Росії, Міноборони Росії підтвердила інформацію, що відбувається зараз на Росії. Вона написала наступне, що ВСУ в 8 утра силами до 300 чоловік при підтримці 11 танків і 22 бронірованих машин атакували російські позиції в Курській області. А для чого вони це підтвердили? Ну, як, на вашу думку, на це може відреагувати диктатор Путін? Ну, йому це донесли однозначно, хоча, скоріше всього, розвідка донесла це раніше. Зараз передвиження техніки личного составу скрити практично невозможно. Потому, я думаю, у них была определенная информация, они действительно ждали воздействия наших групп. Это, скорее всего, пока еще разведгруппа, разведрота, разведбатальон, в зависимости от поставленной задачи. Пока это разведка боем на данный момент. Пусть бы немалыми силами, это не ДРГ, все-таки чуть больше, но тем не менее, до сих пор это разведка боем. Одна из основных задач, я уже ее сказал, то есть переброска войск, вытянуть резервы противника с Восточного фронта на север. Для нас это выгодно. Выгодно это для Восточного фронта. У нас там не совсем, мягко скажем, хорошая ситуация. Потому Генштабом было принято такое решение. Ну а россияне как будут действовать? Это они сейчас будут принимать решения. То есть вот это информационный поток, подтверждение, а куда им деваться? Они же понимают прекрасно, что количество информации, которое сейчас выливается в эфир, особенно транспортируется через телеграм-каналы, через YouTube, почему у них сейчас стоит задача YouTube ограничить в скорости, а в конце концов его выключить. То есть они пытаются эту информацию скапсулировать, и приходится на нее реагировать. Можно, в принципе,
в среднем доверять российской сейчас, российскому потоку информации, только в каком смысле доверять? В порядке цифр. То есть это не движение там 3000 человек украинских войск, а в районе нескольких сотен. Это, в принципе, можно понять. А иногда россияне увеличивают специальное количество войск. То есть, грубо, если там была рота, они пишут, что там был батальон, показывая свое участие, по крайней мере, или какое-то противодействие, небыстрое противодействие. То есть оставляя на себе механизм отступления, допустим, под давлением превосходящего противника. Вот можете представить себе, там, Россия в территории там, по ширине до 10 тысяч километров, больше 100 миллионов населения, армии больше 2 миллионов, полмиллиона из которых находятся на оккупированной части Украины. И тут 100 или 300, даже если 300 человек вооруженных сил Украины захватили российскую территорию. Для них это какой удар? То есть идет захват исконно русских земель. Спасайте хищников. Ну вот примерно так это выглядит. Потому в информационном потоке сейчас будут россияне пытаться лавировать, пока не вылавируют обратно. То есть вернуться к стартовым определенным проблемам, которые сейчас создают наши вооруженные силы на других участках фронта, которые почему-то до сих пор всеми сторонами называются границей. Это должен быть фронт. От якраз, пане Романе, про те, що резерви вже перекидають в Курську область, про це офіційно запевняють в Мінсмерті російському. Як це зараз може змінити карту бойових дій, та, можливо, чи слід очікувати з нашого боку, можливо, наступу на комусь з напрямків? Ну, то, що перебрасують резерви, це для нас дуже добре. Це основна задача, я не вже сказав. Тобто, питання, які резерви, в якому кількості, в яке місце, як будуть розворачувати. Для нас важливо, щоб вони хоча б одну бригаду, навіть якщо одну бригаду не знімуть з Восточного фронту, це вже уменьшить давлення на наши войска на этом направлении. Потому пусть перебрасывают, чем больше, тем лучше. Если мало перебросят, я так понимаю, ну, значит, с нашей стороны будет добавлено количество войск для того, чтобы они принимали решение именно о переброске. Тем более одно дело перебросить с Восточного фронта, а другое дело провести определенные фортификационные мероприятия, которых россияне вдоль линии границы, северной границы, в которой еще с их точки зрения граница, не линия фронта, не проводили. То есть им придется еще закапываться, восстанавливать определенные механизмы оборонительные, естественно, создавать линию обеспечения. А что такое линия обеспечения? Сейчас представьте, какой удар будет для россиян. Россияне минируют российскую территорию, а им придется минировать. То есть понимают, что будет давление с этой стороны, им придется минировать российскую территорию. Это вот война пришла в том числе и в Российскую Федерацию. Сами хотели, то есть просили 10 лет просили, вот давно их не били, давно не приходилось россиянам минировать свою территорию. Ну вот, получи фашист гранату. Ну, примерно так это выглядит. От якраз продовження цієї теми вже багато критики від Z-патріотів і так званих воєнкорів російських. На вашу думку, чи слід очікувати взагалі якісь умовні чистки в Кремлі, в Генштабі і в Міноборони російському? Та от на вашу думку, ці зміни, чи зможуть вони хоч якось Путіна під внутрішнім тиском, очевидно, закінчити так зване СВО? Нет, однозначно нет. Ни чисток не будет. Дело в том, что об этой ситуации все прекрасно знают. Они специально не делали никаких фортификационных в сторону Москвы. А Москва, мы как-то с вами говорили, если помните, в течение года, наверное, направление на Москву в крайне пуганных идиотов. То есть там вообще ничего нет. По большому счету, одна бригада в одну сторону, по крайней мере, может дойти с одной заправкой до Москвы. Сколько там езды-то, 500 километров, по большому счету. То есть с перезаправкой и не более одной. Потому просто зачем это нужно? То есть туда дойти и остаться, увидеть Москву и умереть, никто этого, конечно, делать не будет. А вот само направление, конечно, полностью не обеспечено фортификационными сооружениями и достаточным количеством сил и средств. То есть и этим, естественно, пользуются вооруженные силы Украины, Генштаб,
главком Сырский. Они поймали, наконец, россиян. Хотя что их ловить было? 600 километров фронта было голыми последние 10 лет. Это не ловить надо было. Давно уже надо было разворачивать эти действия в сторону Москвы. Они тогда принесли бы серьезные результаты. Вопрос, почему Москва этого, так сказать, почему со стороны Москвы этого никто не делал? Да, скорее всего, были договоренности. Я уже сколько раз об этом говорил. Боевые действия проводились даже последние два года в основном на левом берегу Оскола. Вот заметьте, да, до движения россиян в районе Харькова, до сих пор непонятно, зачем они это сделали, но до выполнения ими каких-то боевых действий в районе Харькова на правом берегу Оскола никаких боевых действий не проводилось. Была граница, стояли пограничники, то есть левый берег Оскола – война и так далее и тому подобное. А на правом берегу Оскола ничего не происходит. Но вот кто поверит в то, что это недоговорники. Причем россияне по левому берегу Оскола наступают в Украину, то есть двигаются на Купянск, а по правому берегу Оскола не двигаются. То есть вот такой Рубикон был интересный. А сейчас, я так понимаю, после того, как причина этой договоренности, Байден, скорее всего, можно сказать, как президент уже почил в БОЗе, то после этого, естественно, все эти договоренности рухнули, и наши военные наконец-то начали выполнять те боевые действия, которые должны были бы быть развернуты еще 10 лет назад. Не Минск-1, Минск-2 Порошенко должен был подписывать, а создавать фортификационное сооружение вдоль линии границы, переведя ее в режим линии фронта. Не стену Яценюка строить, забор разворачивать, а как конкретную полосу обеспечения с минированием совсем, с полной выкладкой по 3 ВОПа на километр и так далее, и тому подобное, что надо было делать. Но сейчас лучше позже, чем никогда. Сейчас догоняем эти действия. Пане Романе, я вас ще детально попитаю про, як ви сказали, договорняк. Я думаю, ви здогадуєтесь, про що ми будемо говорити. Але перед тим, як перейти далі, ми нагадуємо нашій з вами аудиторії, що стати учасником з цього стріму дуже просто. Можна просто зараз написати коментар, звідки ви нас дивитесь, ваше місто, ваша країна. Ми все бачимо, все читаємо. Також пишіть свої питання, пане Романо, і натисніть цьому відео лайк, тому що так, ті меседжі, які ми зараз обговорюємо, їх почують якомога більше людей. Пане Романе, Forbes, видання Forbes пише про те, що на початку літа Україна мала унікальний шанс зараз знищити десятки російських бомбардувальників Су-34 на авіабазі Мальшево, але Сполучені Штати Америки не дозволили цього зробити, побоюючись ескалації. Ця новина нас, ну, м'яко кажучи, здивувала. Хотілося б почути вашу аналітику з цього приводу. Чи є тут зрада, чи немає, те, що заспокоїти або ж навпаки, як традиційно ви робите, і чи дійсно в нас була така можливість в військовому контексті знищити десятки російських Су-34? До дальності в 300 кілометрів у росіян десь до 10 аеродромів, частини з яких вони використовували в качестві баз, і відкритих баз, відкритих баз сушок, з яких вони працювали по нашій території. Причем это вот было до последнего момента, пока уже, скорее всего, не включились наши, как появились БРК, наши «Нептуны», и начали работать по российской территории. И вот до этого времени российские самолеты сидели на базах 100%, понимая, что Белый дом, то есть Байден, не даст разрешения работать атакамсами по аэродрому. Это вот только сейчас россияне улетели, как грачи на новые места. То есть ушли, по крайней мере. Но до этого времени у нас реальная была возможность атакамсами отработать аэродромы, а россияне на 100% были уверены, что мы этого не сделаем, мы не получим разрешение от Байдена. После этого можно, ну, Байдену можно давать героя России, звание такое, как раз отправить его на пенсию героем России за спасение российской авиации. Ну, по крайней мере, большей ее части в виде там Су-34. То есть в этом смысле однозначно было определено. И он до сих пор есть, никуда он не делся, этот договорняк между Байденом и Путиным. Там как, через каких Салливанов или Бёрнсов это все происходит, это уже вопрос к будущим следственным, то есть к будущим действиям следственных органов. Почему? Потому что к Байдену
ну, должны применять определенные следственные действия, так как атакамсы, это ж не Байдена атакамсы, это атакамсы, за которые заплатил американский народ. С каждого американца где-то в месяц до $5, ну, в среднем около $5 налогов снимается, уходит как раз на вот такие атакамсы для нас, для того, чтобы они уничтожали российские самолеты. Эта задача-то стоит изначально, и деньги за это платятся. А Байден своим либо росчерком пера, либо звонком, либо нежеланием эти задачи выполнять, он ограничил действия атакамсов. И здесь у американского народа должен однозначно возникнуть вопрос лично к Байдену, потому что это его личное решение. Лично к Байдену, почему он не дал в полном объеме использовать возможности, профинансированные американским народом. Я думаю, эти вопросы, Америка довольно-таки серьезная страна в этом вопросе, эти вопросы еще Байдену и его своре обамовской будут задаваться. Будут все зависеть, правда, от того президента, который будет выбран. Но если правильный президент выберется, то эти вопросы будут заданы. А дальше, может, и мы узнаем, на каких условиях Байден получил Героя России, еще раз повторюсь, за спасение российской авиации, это как минимум. А там уже дважды Героя или трижды Героя. Там послужной список очень большой, если начинать со сдачи Крыма в 2014 году вместе с Обамой. От якраз, пане Романе, в продовження теми аеропортів прямо зараз повідомляють про те, що в районі аеродрому Октябрьське, це в Криму, лунають вибухи і є пожежа. Що на цьому аеродромі теоретично може знаходитися, яка авіація, та чим, на вашу думку, ми могли вдарити по цьому аеродрому? 5 аэродромов у россиян использовалось, ну, то есть как базы в Крыму, в том числе Октябрьский. 2 аэродрома сейчас не используются. Октябрьский сейчас будет, наверное, третьим аэродромом, который россияне использовать в качестве уже авиационной базы не будут, раз мы до него добрались. Механизмов много. В ближайшее время будет подтверждено. В основном надо ждать подтверждения Главного управления разведки. Оно может в течение там, 3 дней запаздывать, но они уже при принятии решения как минимум из 3 источников они уже потом подадут его в качестве официального заявления. Мы до него можем добраться атакамсами, Storm Shadow, скалпами, нептунами, беспилотниками. То есть у нас спектр очень большой авиационный. Это дальние средства поражения, о которых мы постоянно говорим, как именно надо уничтожать российские военные об'єкти в Криму. Втім, пане Романе, не єдиними атакамсами, бо українських ракет нашого виробництва буде тепер більше. Спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Про це запевнив президент Зеленський. З того, що ми можемо говорити, звичайно, публічно, про які ракети в теорії йдеться, та от про яку дальність теж цікаво. І якщо в нас умовно будуть ракети, чи зможемо ми таки завдавати схожих ударів, як ми обговорили з вами в минулому питанні? Если бы 5 лет назад эти деньги были выделены не на закупку смозельского НПЗ битума, модифицированного там или какого, с определенными пенетракциями, а вот были выделены именно на производство ракет, вот тогда бы можно было говорить о том, что у нас есть серьезная ракетная программа. Сейчас у нас ее нет. Сейчас только на какой? На 11-й год войны или там на 6-й уже год правления выделяются деньги на ракеты. Да это надо было вчера, позавчера, еще раз повторюсь, 5, 6 и 11 лет назад или 10 лет назад делать, если не 30. У нас есть эти программы, в смысле непрофинансированные, по которым мы производили и баллистические ракеты, и крылатые ракеты. Крылатая ракета КБ «Луч» создала из Х-35-й, ракеты «Воздух-корабль», создала хорошую ракету «Нептун», «Земля-земля», «Земля-корабль», в зависимости от задачи. И эта ракета выполняет уже свои, то есть показывает свои возможности уже и по территории России в том числе. Скорее всего, именно береговым ракетным комплексом был недавно нанесен удар по российским объектам в тылу противника на дальностях больше 100 километров. Мы как-то про них говорили, как раз именно про «Нептуны». И вот их надо, во-первых, масштабировать производство. Сейчас надо сказать большое спасибо румынам. Сейчас с Румынией
будут производиться, это то есть совместный проект производства тех же «Нептунов», скорее всего, с модернизацией уже, и по дальности модернизации по боевой части, может быть, и головка самонаведения, хотя она сейчас отличная, луч сделал ее довольно-таки интересной. И с Румынией можно будет производить эти, с румынами производить эти ракеты в больших количествах. Ну, естественно, в зависимости от там перераспределения часть забирать себе для выполнения боевых задач. Вторая ракета, которая у нас есть, это баллистическая ракета с проекта «Сапсан», «Гром-1», «Гром-2», дальность 300-500 километров. То есть, опять же, дальность баллистической ракеты была в свое время ограничена 500-километровым договором, если так можно сказать, о нераспространении ракет средней дальности. И там была цифра 499 километров. Вот если видели когда-нибудь ТТД некоторых ракет в последнее время, вот с такой дальностью 499. То есть сама ракета, она может и дальше лететь, но обозначение ее, то есть, по крайней мере, в информационном поле 499 до 500. Вот сейчас вопросы по этому договору уже не стоит, и я думаю, ракета и в 500 километров, и 600, и 700, и до 1000 километров у нас может быть, если будет, опять же, финансирование. Финансирование не плитки, которые сейчас пытаются где-то доложить в городах, а именно финансирование этих ракетных программ. Дальности могут быть, ну, серьезные. Крылатая ракета, по идее, может идти до дальности в районе 2-2,5 тысячи километров, ее можно вытянуть. Ну, а баллистическая ракета, по большому счету, мы в свое время делали, производили межконтинентальные ракеты, это больше 10 тысяч километров. Это можно и подумать о северокорейском пончике, который КН-23 передает россиянам, которые к нам идут. Якраз, пане Романе, наступне питання про цю ракету, бо Росія під час удару 31 липня по Україні використала балістичну ракету КН-23, перепрошую, «Скандер». Пуск було зроблено в напрямку Білої Церкви, але ракета впала на територію Київщини. Що нам відомо про цю ракету в технічному плані? Чим вона краща чи гірша, можливо, за російські аналоги? Та от наскільки наша протиповітряна оборона дійсно готова до от таких ракет «Скандер»? Как-то с сарказмом говорил об этой ракете и вообще ракетной программе Северной Кореи о том, что они точно попадают этими ракетами в планету. Так вот, ошибся. Они даже в планету не попадают. Ракета была, разрушилась в полете. То есть пока о этой ракете говорить как о уже сформированной проблеме, наверное, не стоит. Эти северокорейские специалисты, которые пытаются ее довести уже в полевых условиях, в боевых условиях, они не справляются с задачей. Поэтому я думаю, как о факте можно говорить о том, что идет передача этих ракет России, а вот о, допустим, проблеме пока для нас от этой ракеты, наверное, говорить пока еще не стоит. Долго не будут ее, и раз ракета сразу не пошла, толку с нее не будет. То есть это определенные конструктивные недостатки, которые изначально были в этой ракете, которые никогда не решатся. Это уже из области технических определенных механизмов. Им лучше запускать новую ракету, а для этого у них не будет времени, насколько я это понимаю. Создается сейчас довольно-таки опасная ситуация для той же Северной Кореи на том участке боевых действий, где они находятся, потому что и Япония, и Южная Корея, американцы, китайцы с россиянами сейчас там начали довольно-таки серьезные движения, переброска. Это один из показателей, это движение авиационной компоненты. Переброска F-16 была произведена, убрали несколько эскадрилий с Японии, с Окинавы. Сейчас туда сели F-35, значит, притащили с собой ядерку, естественно, определенные механизмы воздействия. То есть не просто так все эти, весь этот движ сейчас там идет. Я думаю, у Северной Кореи просто не будет времени для создания ракеты, потому можно, еще раз повторюсь, констатировать факт участия Северной Кореи в убийстве украинцев, то есть в геноциде украинского народа. Но проблем больше, чем ракеты «Искандер» российские, это КН-23 нам не принесет. Окремо подякую вам за це, певно, заспокоєння. Також, пане Романе, маємо інформацію про те, що Ліван масово запустив дрони по Ізраїлю. Вибухи було чути в багатьох містах. Вже
піднявся дим, в містах також є постраждалі. Також пам'ятаю напередодні заяву президента Трампа про те, що на Ізраїль мають напасти протягом минулої ночі. Втім, фактично це сталося, але не так, як ми очікували. Як, на вашу думку, будуть розвиватися сценарій найближчим часом, і що слід очікувати на Близькому Сході вже, мабуть, найближчими днями? Я, с вашего позволения, чуть уточню. Не Ливан отправил по Израилю, а Хезболла. Ливанцы, просто надо однозначно разделять эти направления. Ливанцы, они довольно-таки мирный народ. Есть некоторые радикалы Хезболла, проиранско настроенная. Да, она сейчас пытается надавить на Израиль, хотя того бадабума, который обещал Иран, пока незаметно. Сотни ракет, которые в свое время иранцы отправили по Израилю, были в большинстве своем перехвачены коалицией, которая сейчас только усилилась. Туда подтянуты новые авианосные группы, опять авиационная компонента, которая даст возможность перекрыть эти попытки нанесения серьезного удара, допустим, по Израилю. Перехватят иранские ракеты на подлете, опять же, также, если они будут запущены там в ближайшее время. Это может быть однозначно, хотя большого количества ракет, наверное, сейчас не получится. Ну, тогда около 300 летательных аппаратов было выпущено и ракет, и типа шахедов, то есть беспилотников, большинство было перехвачено. Причем перехвачено на подступах к Израилю, в воздушных пространствах Иордании, Сирии, Ирака. Использовались базы военные Соединенных Штатов, использовалась авиация Франции, Великобритании, то есть коалиция довольно-таки серьезная. Ну, естественно, Израиль имеет довольно-таки серьезную авиационную компоненту, плюс ПВО. ПВО довольно-таки серьезное, причем сейчас они даже сняли Патриот из боевого дежурства, развернули большое количество новых, очень хороших зенитно-ракетных комплексов. Это РУ-3, Стрела-3 или ХЕЦ-3, как угодно там по-разному называется, но это одно и то же. Причем за атмосферного перехвата, то есть больше 100 километров идет перехват даже баллистических ракет, потому, я думаю, Израиль в этом смысле прикрыт. Тут вопрос обратного удара по Ирану. Тут больше вот это надо будет подождать. Почему? Потому что иранцам деваться некуда, им по-любому придется отвечать на удар, на уничтожение лидера Хамаса у них на территории, а вот обратные, то есть на противоходе они могут поймать, конечно, серьезное противодействие, то есть этой же коалиции. Как это будет принято, какое решение? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы оно было принято наконец-то, и Иран был успокоен. Почему? Потому что КСИР, опять же, дело не, опять сам себя поправлю, не Иран. Иран — это довольно-таки продвинутый народ. Иранцы, они тоже миролюбивые в своем, и там некоторые вообще есть народы, ну, я бы не сказал, что порабощенные, но, по крайней мере, Иран состоит из таких четырех серьезных народностей, часть из которых тот же Азербайджан, там, южный, как угодно это называть. То есть не Иран, а КСИР. В основном это корпус стражи Исламской революции, который завязан на ту же Хезболлу и так далее. Это там есть и хуситы, и кого там только нет. То есть там только черт ногу сломит в этих всех отношениях, потому в них туда сильно нет смысла влазить, но вот надо подождать обратного удара по Ирану. Он может быть довольно-таки сокрушительным, который отминусует и иранскую ядерную программу, это надо делать однозначно, и части иранских военных объектов. Почему? Потому что иранцы, опять же, не иранцы, а КСИР, корпус стражей, он участвует в геноциде украинского народа руками, правда, россиян, передавая там шахеды. Ну, мы видели всю эту передачу, знаем, что это такое. Потому вот такой обратный ход, если он будет проведен, ну, это пойдет на пользу Украине, так это точно. Втім, пане Романе, тут ескалація продовжується на Близькому Сході. Росія терміново переконала до Ірану ТРК «Іскандер» та комплекси РЕБ «Мурманськ БМ». Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ. В контексту Ірану ТРК «Іскандер», що це буде означати на практиці, в військовому контексті? Та наскільки цей РЕБ «Мурманськ БМ» він буде ефективним в разі більш серйозної ескалації? Ну,
даже такая переброска, это уже в плюс нам идет. Почему? Потому что эти «Искандеры» не полетят к нам на территорию, и РЭП не будет у нас использоваться. То есть вот это такого рода передача, она положительна для наших боевых действий с нашей стороны, имеется в виду. Иран нам, иранцам к СИРу, по крайней мере, помогут, действительно могут помочь РЭП, системы РЭП. Там не только одна эта система, то есть они, скорее всего, определенный комплекс, такой кейс радиоэлектронной борьбы отправили. Почему? Потому что боятся обратного удара. А эти системы радиоэлектронной борьбы, они уже работали, противодействовали некоторым ракетам, вот даже запущенным с нашей стороны. Но я думаю, эти механизмы противодействия уже системам РЭП, они отработаны, апробированы израильтянами, они же тоже это все просматривают, понимают, чем может КСИР усилиться. И противодействие будет найдено, то есть они взломают эти системы РЭП, сильно не помешают. А вот «Искандеры» непонятно для чего перебрасываются. Почему? Потому что «Искандер» не достанет ни баллистическая ракета там 500 километров, ни крылатый «Искандер», это Р-500 ракета, это тоже крылатая ракета, тоже 500 километров. Они до Израиля не достанут. Может быть, будут переброска, вряд ли, возможно, израильская авиация, пока не будут по Сирии перебрасываться, там по-другому никак, она их уничтожит при переброске, потому это тоже вряд ли будет. Единственное, что куда они могут использовать «Искандер», это по каким-то базам американским, допустим, в расположении недалеко от Ирана. Опять же, это надо достать, еще надо попытаться достать. То есть максимум это не про Израиль, это точно. То есть «Искандеры» не про Израиль. А вот, допустим, переброска, если будет принято решение сейчас с россиянами, а там не просто так сейчас Шойгу болтается в Иране, если будет принято решение россиянами перебросить Ту-35, который уже давно запрашивает Иран, но из-за того, что нам не передавали F-16, Су-35 на Иран не заходили. До сих пор эта сделка была, выдерживалась, вот почему мы говорим про договорники, про всякие. А так как мы получили F-16, то, скорее всего, Иран может получить Су-35. А вот это уже будет проблема в том числе и для израильтян. То есть Су-35 может отработать по Израилю и по военным базам американским, в том числе и в Сирии, и в Иордании, и в Ираке. И с этой проблемой уже придется бороться коалиции. Вопрос, какое количество Су-35-х, летчики, которые будут на Су-35-х. То есть это такой тоже не быстрый вариант передачи, с одной стороны, хотя они над ним работают больше 2 лет. Посмотрим, ближайшую неделю это будет понятно. В кінці нашої розмови, пане Романе, просто зараз з'являються хороші новини про те, що попередньо на території тимчасової Росії в Курщині збили К-52 гелікоптер. Поки офіційної інформації немає, це от з'являється просто зараз. Чекаємо, звичайно, на офіційне підтвердження, але в теорії, пане Романе, чим могли вразити цей К-52? Насправді, давно ми не чули цей гелікоптер. Та нагадайте, будь ласка, чим він такий важливий для росіян? Ну, К-52 – это двухосная вертушка, очень хороший вертолет, очень хороший, реально. Убийца танков, так называемый. Из-за этих вертолетов у нас практически остановилось наше наступление на Таганрог, на Токмак в прошлом году. Эти вертушки могут ракетами, в основном ракеты «Вихрь-1», у них с дальностями до 9-10 километров, они могут работать по боевым бронированным машинам, что они и показали довольно-таки успешно. То есть, скорее всего, и К-52 был брошен, так как ближайшие аэродромы там есть, где они базировались, был брошен на купирование проблемы для россиян под Суджей. К-52 еще может работать ракетами. В последнее время они поставили на боевое дежурство ракета «Эльмур». А это уже дальность до 15 километров. Причем все это с предельно малых высот, под лучами локаторов. И я думаю, если избили, это возможно однозначно. Почему? Потому что даже если рота заходит, там как минимум несколько должно быть подразделений ПВО, а это ПЗРК, переносные зенитно-ракетные комплексы, они очень хорошо, те же «Стингера», они очень хорошо работают по вертушкам. Вертолет, 2 двигателя, довольно-таки серьезный тепловой след. «Стингера», они так отработаны, что они на ловушки, тепловые ловушки не реагируют, то есть идут за вертушкой. Скорость небольшая, это же не самолет, в конце концов, скорость
вертушки где-то в районе 250 км в час. У самолетов и сверхзвуковые там за 1000, за 2, в зависимости от высоты. А по вертолету с ПЗРК попасть, ну, это милое дело. Некоторые вертолеты мы даже с ПТУРов уничтожали. Это противотанковые управляемые ракеты. И ПТУРы также хорошо заходят на вертушки, если захватят. То есть, по большому счету, я думаю, еще не один вертолет мы услышим именно на этом направлении, который будет приземлен нашей системой армейской ПВО. Пане Романе, я вам дякую за цю змістовну розмову, за ці позитивні прогнози та новини. Роман Світан, льотчик, інструктор, полковник запас української армії, традиційно відповідав на найголовніше питання сьогодні. З вами був Дослав Соловйов. Прямо зараз поставте цьому відео лайк, напишіть коментар, звідки ви нас дивитесь, ваше місто, ваша країна. Ми все бачимо, все читаємо, бачить це і пан Роман Світан. Також підпишіться на цей YouTube-канал і побачимось в ефірі на 24-му.